Сегодня гость нашей студии – профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии полости рта Эрнест Арамович Базикян. По моему глубокому убеждению, все-таки врачами становятся, а не рождаются. Сама наука, она очень интересная. Интересная хирургия полости рта. Ну, расскажите об этой кафедре. С большим удовольствием. Хороший врач или плохой врач? В моем понимании, врач не может быть плохим. Мы говорим, голливудская улыбка. С моей точки зрения, это ужас. Пациенты идут, к сожалению, изучая прайс, где дешевле. А на самом деле нужно идти там, где действительно врачи. Задача как раз нашего поколения была сломить вот эти стереотипы. Каждый из этих вот детишек понимает, что и он может так. Мечты сбываются. Вот сердце, оно одно, легких два. Можно разбирать. Право на ошибку, да. Попыток много, да.